чем сидеть дома за планшетом. Лучше, конечно, приводить детей сюда, развивать их, заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Мы хотим сделать большой баскетбольной семьей, где дети развиваются в психофизическом сегменте, социально развиваются, и на концу они будут получить самые лучшие баскетбольные знания. Я занимаюсь баскетболом уже месяц. Мне нравится эта игра, потому что она веселая. Ребенок просто реально заболел баскетболом. Огромное спасибо организаторам вообще этой академии баскетбола. Это общее развитие ребенка, физическое. Это выработка каких-то волевых качеств, которые ему будут нужны. И мы рады, что у баскетбольного клуба «Астаны» появилось вот это вот подрастающее поколение, на которое мы надеемся, то, что они, вот именно детей, потом придут в основную команду. И ребятам, я считаю, что неплохо будет тренироваться и изучать баскетбол. Ну, а мы будем помогать в этом. I think the basketball academy is something that can be special if done the right way. So I think Astana is headed in a great way with the basketball program. Счастье действительно то, что развивается, что наше руководство смотрит дальше вперед, то что баскетбол на этом не заканчивается, на БК Астана. That man, I was very excited about this, and it's turned out to be an amazing event, man. It's tremendous. Yeah. It's great, you know, seeing this academy start for the first time. Looking forward to it flourishing, but you know, it's for the kids today and just having a good old time.